Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нур-Султан. Предлагаем назвать нашу столицу именем первого президента. Предлагаем вернуть прежнее название нашей столицы Астана. 1 декабря объявляется государственным праздником, днем первого президента. 1 декабря, день первого президента, исключается из списка государственных праздников. С 2023 года минимальную зарплату увеличить до 70 тысяч тенге. И приравнять зарплату чиновников и депутатов к минимальной заработной плате.